Всем привет, с вами я, Молния 100, и сегодня я буду играть в The Elder Scrolls Skyrim и проходить квест «Дом ужасов», обыскать заброшенный дом. Направляюсь к этому дому. Так, вот он внутри. Кто-то был недавно. Никто не входит и не выходит. Прикольно. Так, две мирской броня истинной иллюзии. Нормально, но я не пользуюсь магией. Хотя иногда. Звук был отсюда. Дозорный. Что с корзиной? Где? Стоп. Зубы эти. Ай, блин, ненавижу это. Эти свищили. Ну, это я потом, наверное, сниму. Блин, лук. У меня сильнее лук намного. Баскады. Сейчас она вроде откроется. Мне его убить? Ну да, наверное. Это я возьму у тебя. Это у меня есть. Ну все. Дайте награду. А, я уже выполнял этот квест, когда у меня... Никогда я не переустанавливал винду, и мне не удаляло сохранение. Мне тут была усилена. Сейчас мне еще дополнительное здание будет выполнять, еще дополнительное здание надо будет. Так, здесь. Да. Я знаю, что сейчас будет нужно. Теперь я положу этому конец. Отовсеть боите, меня когда не хотят смогать, дай мне уйти. Ну, кай. Ладно, а я могу взять? Нет, я не могу взять. Итак, нам нужно кого-то парня привести к нему, чтобы он провел. Он, короче. Так. Упал. Стоп.
Короче, найдем жреца Баэти, что он провел ритуал. Ой, этот. Да мерзко было. Говно. Итак, нам надо найти жреца Баэти и телепортируемся в разделенную башню. Совершить быстро перемещение разделенную. Да. Итак, мы здесь, и теперь... Это же обычная дверь. Она закрыта с другой стороны. Запрыгнуть можно? Скалолаз. Средневековый. Давай, забирайся. Идиот. Давай, 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 есть. Я всего пленения кого-нибудь убивать. Меня спалили. Ты меня спалил. Ты бинатку что ли? Нет. Ну-ка. Я не так, конечно, хорошо с лука стреляю. А плохой или хороший вообще? Теперь меня не видит. Свой. Опа. Меня спалили. Теперь уж точно. Блин, 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 блин. Все на месте. Меня не видит уже. Есть. Потихоньку вздыхайте так. Чё? Чё это было? Так, давай. Ой-ой-ой, меня спалили. Меня заметили. Ну да, значит, я не зря их убивал, они изгои были. Ну иди сюда. Хотя... Не, ну хочешь? Полетай. Все равно ты не... ты чё, косой? Так вот. А вон и наш ник. Сгой добытчик. На тебе. Это чё? Это чугунный. Чугунная кастрюля. Теперь отправиться за... Это я красноречие так прокачал, значит, можно было его подкупить, а можно... Что-то еще, короче, можно было сделать. Ну что ж, отправляемся снова в Маркарт. Так, вот я в заброшенном доме. Вот Арагров мне... Ты чё? Идем. Пойдем быстрее, чтобы обогнать его. Бежим! Мышка тупит. Потом чувствительность поставить побольше. Так, вот мы здесь. Теперь надо ждать, смотри, наступить. Да, подождем. Ну, разве вот здесь нельзя пролезть? Прибавил музыку, чтобы было слышно. Ну, ты не один.